Ахунская пещера. Он уже полгода как закрыт. Да что, да? А, вот оно что. Не знаю, Надь, мы не прочитали, видишь. Планах спуститься вообще к самому, ну, побережью, в смысле, чтобы уже не возвращаться сюда. Спускаемся с горы Ахун. Ахунская пещера. Дятла хищник. Нагурские водопады. И в ту сторону, если идти, можно спуститься в город, но, скажем так, там сейчас дождь очень скользко, поэтому мы туда не пойдем. Поднимаемся вверх в горку.
Они хотят сказать, что его здесь приковали. Собакин с нами ввязался. Собак. Мы оттуда вышли. Народное творчество. Огни и скалы. Нам знаком тренажерный зал. Надо его выйти теперь. Все, мы вышли. Вот с орлиных. Схлопнулось, понимаешь, как бы. Это вот что-то здесь. Это бальнеологический курорт. Да, Мацест.